Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Slime Rancher 2. Итак, давайте будем смотреть, что же нам тут нужно делать. Во-первых, я так понял, нам не нужно сажать всех вот этих товарищей вместе, потому что они начинают друг друга жрать. И где-то мне надо, наверное, новую клетку как-то замутить. А как это сделать? Так, или поближе ее сделаем. Пипец. Вот, наверное, вот тут нужно построить вторую клетку. Так, загон 289. Так, купить. Да, я хочу купить. Отлично, и нам надо разделить. Давайте, наверное, желтых зайцев сначала пособираем и просто их рассадим уже в отдельную клетку. Вот так вот, чтоб они у нас ни хрена не хулиганили. Так, а нам еще под котеек надо, да? Опа, ой-ой-ой, лишнего захватили. Так, котейку надо тоже вытащить, иначе будет ему там плохо. Так, друзья, вы там летаете, и вот тут еще всех зайцев надо собрать нам. Так, тут большой, у нас один прыгает, я его пока схватить не могу. Хорошо, эй, так. А, у меня зайцы все вылазят, им крыша нужна высокая. Вот они засранцы, вы посмотрите, хрен я их так поймаю. Так, а давайте попробуем посмотреть, сколько нам высокую крышу надо. Надо очень много монет. А чтобы нам очень много монет сделать, нам нужно кормить. Кормить этих засранцев. Давайте сбегаем. Так, нет, в пещеру мы пока не пойдем. Нам нужно побольше еды. Так, во-первых, выпускаем слайма вот туда. Так, а зайцев всех тоже нахрен, потому что они сейчас у меня просто будут занимать клетку. А это что такое? Давайте посмотрим. Виктор Хамфрис. А что, я ему типа позвонить могу? Привет. Есть то? Беатрикс, ты видишь это сообщение? Проверка, проверка. А вдруг ты затерялась в море на таинственной лодке, которой никогда не будет суждено... Чего суждено-то? Рад снова видеть твою улыбку, Беатрикс. Невероятно скучаю по тебе, мой дорогой друг. Я, конечно, очень рад, что ты отправилась навстречу новым приключениям, но некоторые мои данные говорят, что все не так хорошо. Прошлой ночью мне пришло сообщение от какой-то программы с искусственным интеллектом. Оно написало кодом, но я такого не знаю, как раз анализирую его. Но уверен, это сообщение прислали оттуда же, где ты сейчас находишься, с этого загадочного радужного острова. Что мы имеем? Загадочная лодка доставила тебя на загадочный остров, и я сразу получаю загадочный код с этого самого загадочного острова. Все это выглядит довольно любопытно. Ну, мне есть над чем поработать, а ты лучше принимайся за исследование. О, чуть не забыл. Возьми этот портал домой, с ним будет легче начать путешествие. Портал домой? Спасибо. Береги себя, Беатрикс. Я буду на связи. Спасибо, чувак. Портал домой, еще бы как его поставить. Так, что нам нужно? Нам нужно, во-первых, еды много. Много еды, где мы ее можем пособирать? Во-первых, давайте морковь замутим. Морковка нам понадобится. Она причем тут у нас растет, это хорошо. Что мы еще можем намутить? Ой-ой-ой, я морковки нечаянно выкинул. Нифига они улетели как далеко. Так, значит, вот тут еще... А, тут мы еще... не смогли взять, потому что... Так, у нас еще есть одно свободное место. Что это такое? Гранатики. Или это или гранаты, или помидоры. Хрен его знает точно, что это такое. Но оно явно нам пригодится. Вот еще морковка. Да блин, заяц, не лезь. Не лезь, ты мне только мешаешь. Так, этот у нас робот уже нам знаком. Так, это что, курей? Курей бы нам тоже нужно было на самом деле бы разводить. Но с этим мы разберемся пока попозже. Так, как мне вернуться-то? Опять я заблудился. Огромная территория, постоянно приходится блуждать тут, искать, где есть выход. Ну хорошо. Так, мы набрали еды. И чё, а мы ее посадить-то можем? Так, загон. Чё у нас еще тут есть? Сад. Нет ничего вкуснее урожая собственного участка. Так, курятник, нифига себе, силос, испепелитель. Не нужно, сожги. И пруд. Что еще нужно? Так, мы можем, короче, тут ставить сад. Хочу купить сад. Ну, чтобы мне монеток заработать, мне надо вот этих чуваков морковкой, видимо, покормить. Да, едят они. Причем очень хорошо едят. И давайте помидоров накидаем. Так, и нам нужно будет теперь камушки собирать.
Камушки нам нужны. О, тут разных, смотрите. Ай, много камушков. Причем разных цветов. Блин, еще бы между ними просочиться, чтобы все это можно было собирать. Друзья, вас тут очень много, и камушков я почти не вижу. Так, ну, будем вот так вот стараться собрать, между ними прям протискиваясь. Блин, мешают они. Мешают. Очень сильно мешают. И чего, типа... А, вот еще. Короче, они какают камушками. Нам эти камушки надо собирать. А теперь нам эти камушки надо быстренько продать. Так, денежки у нас идут. И 273. А нам на вот эту фигню сколько нужно, чтобы построить? Так, 207. О, мы можем купить, да. Отлично, что мы тут посадим? У нас осталась только морковка. А, вырасти фрукты или овощи в приемнике, и тебе вернется сторицей. А как мне? Морковка. Так, а как мне выращивать-то? А, видимо, сюда мне надо. Вот так, растет морковь. Все. Нифига себе, смотрите, как круто. Она очень быстро растет. Прям нереально быстро. И это очень круто. Так, ну, нам что еще нужно? Пока у нас растет морковь, я думаю, нам нужно замутить еще побольше всякой фигни, чтобы накормить наших слаймов, чтобы набрать еще камушков и сделать еще одни грядки. Чем мы будем кормить наших товарищей? Так, явно у нас тут... так, вот сюда мы можем прыгнуть. А ну-ка, дайте-ка мне помидоров. Помидоров мне надо. Так, морковка тут еще не выросла, причем морковка какая-то другая. Смотрите, она зеленая. Это зеленая какая-то морковь. Очень странная. Не знаю, чем она отличается, но, видимо, какое-то отличие у нее есть. Так, и мы куда-то вот сюда можем запрыгнуть и посмотреть. Посмотреть сверху и понять, что тут ни хрена больше нету. Так, в пещеру мы не пойдем, потому что тут сильный слайм сидит, и его нужно кормить, видимо, чтобы он ушел. Но нам нечем пока его кормить. Давайте-то двигаться дальше, смотреть, где мы еще какую еду можем замутить. А, так, еда, морковка. Так, отлично, морковку тут украли. Вот еще у нас фруктики висят. А ну-ка давайте, 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 давайте. А, это погофрукт у нас. Надо запомнить название, это погофрукт. Так, морковь еще вроде. Нет, моркови тут еще нет, не выросла. А, вниз, я думаю, что не стоит прыгать. Скорее всего, мы просто там застрянем, либо нам придется очень долго обходить все. Значит, бежим дальше и вот тут смотрим, что можем тут украсть у зайцев. Так, опять моркови до хрена набрали. Жалко, что мы очень мало всего можем помещать в наш рюкзак. Было бы у нас побольше. Так, а это что такое? Это тоже погофрукт. Так, этот нельзя собирать, видно, тут их мало еще. Курятник бы нам еще хорошо развести. Это что у нас такое фигня? Так, это кнопка, видимо, на которую мы наступаем и прыгаем. Так, тут морковку собрали. Почему-то она, правда, из земли уже торчала. Возможно, она уже подтухла. Так, все, моркови у нас максимум. И пога фруктов у нас тоже максимум. Тогда бежим уже. Бежим назад. Так, в какую бы сторону нам бежать? По-моему, вот сюда нам надо бежать. Если я не ошибаюсь, да. В общем, у нас ориентир это вот эта вот башенка. Сейчас быстренько продаем, короче, все. И еще одну ферму строим. Сейчас нам главное, сейчас пока... Ай, блин, не туда прибежал. Нам что, нам главное развить сейчас плантации, чтобы мы могли уже нормально наших... зверьков кормить. Так, одного. Один погофрукт нам надо обязательно оставить. Так. Да уйди ж ты. Так, камушки тут, ну, вообще неудобно стало собирать. Я не знаю, может быть, тут какую-то фишку можно сделать, чтобы они у нас как-то сами себе... Ух ты, фу, какой-то тухлый. Тухлый слайм у нас получился. Так. Они, слушайте, они какие-то злые у нас стали. А что с ними происходит? Эй! А что это такое? Пошел отсюда вон. Вот так вот, выкинем их нахрен. Так, они что-то злые какие-то стали.
А из-за чего они злые? Из-за пога фрукта или из-за чего? Если из-за пога фрукта, то очень плохо. У нас... я не могу больше 20 штук себе в рюкзак захреначить. Это очень плохо. Так, ладно. Так, а вот эту вот гадость мне надо куда-нибудь выкинуть пойти. Нифига себе, он меня бьет. Так, во, выкинул. Так, иди сюда, вот туда. Так, короче, я их всех выкидываю туда, наружу. Пускай они там где-нибудь обитают. Тут они мне не нужны. Во, вы посмотрите, что они творят. А ну, иди сюда. Эй, где ты? Блин, их очень много становится. Их очень много становится, и они причем еще и злые. Идите сюда. Блин, что-то с нашими зайцами случилось. Так, и да как тебя зацепить-то? Бах. Так, где еще один? А, не жри зайца. Не смей жрать зайца. Вот посмотрите, у меня, короче, все слаймы испортились. Ой-ой-ой, что происходит-то? Что там происходит? Мало того, что... Ай, они меня еще и кусают? Вы серьезно? Вы охренели, короче, они меня засрали весь. Так, а что мы можем сделать? Может, музыку надо, чтобы их успокаивать? Блин, не хватает у нас на музыку. Но надо на музыку сделать, иначе у нас все слаймы будут вот так себя вести. Так, накопили. Давайте тогда пробовать запускать музыку. Так, колонка. Купить. И... Блин, а с этими-то как разбираться? Я не знаю, что с ними делать. Они жрут. Пошли вон. Пошли вон. Блин, они просто запланили. Что делать-то с ними? Я вроде музычку им тут замутил. Охренеть, они, короче, против меня все. Я просто не понимаю, что теперь сделать с этими товарищами. Выкинуть всех я их просто не могу. Ну, хотя как не могу? Могу. Надо просто их очень... О, один улетел. Так, иди сюда. Туда пошел. Так, иди сюда, туда пошел. Сейчас я их всех выкину. Главное, чтобы они меня не покусали. Так, смотрите, блин, ну они жрут мою морковь. Иди сюда. Где ты там? Бах. Ай, он об меня лопнул? Серьезно? Так, ты что, жрешь мою морковь? Иди сюда. Пошел отсюда. Так, ну вроде я выселил. И морковку. Мы можем, смотрите, уже собирать морковку. Ништяк. Так, а получается, что? Растет морковь у нас тут, хорошо. Что там происходит? Так, а если в них морковку кинуть? О, серьезно? Они вот так вот лопаются? Офигенно. То есть вот так от них можно избавиться. Так, еще... Так, мне морковку бы назад все собрать. Блин, что-то у меня как-то грустненько все стало. Злые были все слаймы. И, короче, они расстроились. Я не знаю, может быть из-за голода, может мы не успели их накормить или что. Но что-то все очень плохо стало. И у меня пога фрукта не осталось, а нам надо еще вот сюда посадить. Блин, пипец. Просто пипец. Так, ну получается нам опять надо слаймов собирать. Или что? Так, сюда мы теперь пройти не можем. Зашибись, короче, у нас что-то все очень плохо стало. У нас все слаймы подохли. Ну давайте наберем хоть каких-нибудь. О, давайте... Зайчиков наберем. Пускай так красные у нас какие-то злые, я не знаю даже, стоит их набирать или нет. Хотя, блин, да давайте красных наберем. Я думаю, все нормально у нас будет. Эй, опа, где ты тут был? Так, светлячки еще. Светлячки, извините, я, во-первых, пока не знаю, чем вас кормить. Если будет возможность, я вас попозже... соберу. Пока что мне красные. А, у меня красных уже целый вагон. Ладно, давайте. Раз красных у нас вагон, мы засунем их в загон.
так вот. Так, вот вам еда. Чё, у нас там еще морковка выросла? Блин, не особо-то она выросла. Так, бежим. Кого мы будем собирать? Так, ну, давайте еще красных пока что. И нам надо, блин, для них еды на самом деле набрать. Нас кормить нечем. Нечем кормить слаймов. О, смотрите, это большой такой, я ничего с ним сделать не могу. Так, иди сюда, дружище. Так, опять большой. Так, зайцы. Зайцы нам тоже нужны. Но нам еще нужна еда. А что мы из еды можем предложить нашим слаймикам? Если у нас тут почти ни хрена не осталось. Так, давайте еще зайца возьмем. Камушки. Вот. Вот. Я заметил, что они вылазят откуда-то вообще непонятно откуда. То есть, как они рождаются, непонятно. Рандомно. Так, это что? Это плохо. Зайцы, дружище. Ты испортился, что ли? Смотрите, этот заяц испортился. Так что мы его брать не будем, иначе он там всех нам перезаражает. Так, а это у нас красно-желтый гибрид получился. Мы его пока трогать не будем. Все, бежим аккуратненько. Сейчас закинем красненьких. Так, ну им там нормально, слушайте. Так, чуваки, я тут немножечко пособираю камушки. Блин, тут камушков-то, блин, дали, хрен да ни хрена. Ну ладно, главное, они пока не выпрыгивают, уже хорошо. Так, выкидываем камушки. И денег у нас все равно очень мало. Видно, нам нужно либо... Блин, и что, одна морковка только, очень быстро. Мы набрать ни хрена еды не можем. Чуваки, извините, но из еды пока ничего нету. Ох, тяжело. Блин, может светлячков набрать? Я, правда, не знаю, чем их кормить, этих светлячков. Вот красных до хрена. Они прям тут один за одним появляются. И мы еще что можем? Камушки тут сразу собирать. Какой-то полупризрачный заяц у нас тут. Полуобморочный. Так, и что у нас тут еще есть? Опа. Ой. А, вот, смотрите, они тут хавают фрукты. И сами становятся уже другими. Так, камушек. Ой, они тут еще... Я заметил, они как-то тут гавкают. Ой, видели? Они тут растут. Блин, и морковь взять не могу. Потому что меня желтые зайцы мешают. А желтых зайцев мне... Что с ними делать-то? Ох ты, ох ты. Так, иди отсюда. Так, тут можно камушков кучу набрать. Разных камушки мне нужны. Блин, а я камушки не могу... Так, давайте-ка выпустим зайцев. Вот камушки. Мне нужны прям много камушков. Нужно, чем больше камушков. Блин, они тут, смотрите, они накакивают тут ночью очень много, потому что втихаря тут потихонечку едят. Так, не смей брать маленьких слаймиков. Маленьких слаймиков я заберу сам. Так, зайцы. Зайцев я тут навыпускал. О, ё-моё, вот эти. Они, короче, жрут. Ладно, пусть сами разбираются, я не буду в ихние тут лезть. Так, и курей мы можем взять, да? Так, давайте вот этих вот мяуков. Так, курей мне тоже пригодятся. Наверное, я не знаю. Ух ты, я что-то разбил. А, это куря была, прикиньте, это яйцо куриное было. Нифига себе. Так, а эти товарищи тут, смотрите, всех пытаются сожрать. Но я думаю, я вмешиваться не буду, ну его нафиг. Так, грейпфрут я взять не могу. Блин, тут еще один здоровый зая. Так, ну я могу мимо него, кстати, оббежать. О, а, вот они откуда вылазят. Это у них типа какие-то маленькие гнездышки, да? Так, иди сюда. Во, и курей мы. Короче, у нас двое курей есть. А кто у нас ест курей? Я даже не знаю, какие у нас слаймы едят курей. Так, у нас есть много слаймов. У нас есть камушки. Блин, опять я заблудился. В какую сторону-то мне двигаться? Где проход-то? Так, ну, вроде правильно бегу. Вроде правильно бегу, только с другой стороны. Хорошо. Все, пробегаем быстренько вот сюда, на нашу базу. Так, наши чувачки себя еще более-менее нормально чувствуют. Давайте друзей запустим.
Они очень недовольны, я смотрю, потому что им, походу, нечего жрать. Я сейчас, конечно, попробую им запульнуть курей, но я не уверен, что они... Так, вы едите курей? Блин, они голодные у меня. Они просто пипец голодные. А мне кормить их, ну, просто нечем. И они сейчас начнут у меня паниковать. У меня, кстати, 400 есть. А что такое? Воздушная сеть. Это силовое поле, которое накрывает газон сверху. Нет, это не нужно. Солнечный щит накрывает тенью чувствительных слаймов. Так. Плортосборник регулярно высасывает из загона до двух видов плортов и собирает их в отсеке хранилища. Вот, мне вот эта штука нужна, которая камушки будет собирать. А это что? Автокормушка. Автокормушка регулярно бросает еду внутрь, просто не забывая ее пополнять. Еще бы было, из чего ее пополнять. Блин, они выбраться хотят. Они кушать хотят. Ё-моё, голодные слаймики мои. Бедняги, все, я бегу вам за едой. Просто бегу за едой. Сейчас наберу все, что смогу. Если вообще чего-нибудь найду. Ничего нету из еды. Блин, чем мне кормить моих бедных слаймиков? Тут уже вон стухший слайм ходит. Вот. Так, хотя бы вот это наберем. Ребята, ребята, дайте всю еду, которая у вас тут есть. Потому что... Так, курей. Во, курей набираем. Тут много курей, кстати. А это что? А чё курицы не могу, типа, запихнуть? Так, ладно, пого-фрукты хотя бы мы можем набрать. Ё-моё, посмотрите, сколько тут камушков ночью. Они просто тут... Да иди-то отсюда. Огромное количество камней можем собрать. Это очень круто. Единственное, давайте петуха кукарекина выкинем. Вместо него... О, синие камушки. Блин, а тут красных камней-то больше. Но синие камушки, возможно, ценятся дороже. Так, охренеть, тут у них, короче, сейшн целый происходит ночной. Иди отсюда. Так, камушков мы вроде много насобирали, это все круто. А еды-то где нам взять? Еды-то ни хрена нету. Эй, что это такое? Так, мы можем сюда преобразователь. Я не хочу ничего преобразовывать, а это что такое? Так, это лог, мы его открывали уже. Дайте мне еды для моих слаймов. Ох ты, дерево. Дерево классное, классное, классное. Мы нашли еды. А, немного, конечно, но что есть, то есть. И морковь нашли. Так, сейчас мне... у меня такое ощущение... Эй, у меня тут... А тут цыплят полно. Мне кажется, сейчас получится так, что мы прибежим назад, а у нас все подохли. Либо все злые стали, потому что их не успел я покормить. Ну, тут уж ничего не поделаешь, я быстрее просто не могу. Ладно, погнали. Погнали назад. Быстренько надо бежать. Так, еще вот тут морковку сопрем. Все, просто несемся. Ребята, у меня... Ух ты, это что такое? Нифига они тут гуляют. Так, просто несемся. Тут у нас... Надо аккуратненько. Где наш замок? Кто-нибудь подскажет, где наш замок? Пока что я что-то... Хрен его знает, куда пришел и в какой стране замок, я не понимаю. Алло, так. По-моему, я вообще не в том направлении бегу. А может и в том хрен... О, да, добрался. Это было тяжело. Так, ребята, ребята, у меня куча еды. Просто кушайте. Так, теперь вам нужно морковки. Вот так. Все, они сейчас будут счастливы. Я пока камушки сброшу. Чтоб денежек побольше было. Так, и синенькие. Почем синенькие? По 23 всего. Ой, можно было их не собирать. Можно было их не собирать вообще. Так, и мне, наверное, надо посадить тут что-нибудь еще. А, значит, вот тут мы будем выращивать с вами помидоры. Погов. Где? Промахнулся, что ли? Во. Отлично у нас дерево. А что, только одно вырастает? Серьезно? Так, ну зато морковку нашли. Ой, еды тут очень мало. Морковь очень медленно растет. Так, и у нас, кстати, автокормушку хочу поставить все-таки.
Все, покупаем. Отлично. А где она? А куда закидывать еду? А мне кто не скажет? Так, музыка у них нормально работает. Так, давайте собирать камушки. Тут прям они сейчас очень много их накидали. Прям сейчас мы даже немножечко денежек сейчас подымем. Так, отлично. Отлично, слаймики у нас вроде повеселели. Так, давайте закидываем. Набираем денежек побольше. Шикарно. И идем еще собирать. Так, друзья, извините, но мне надо все ваши камушки собрать. Так, теперь их надо выпустить. Бам-бам-бам-бам-бам. Их прям очень много тут у нас стало. А денег у нас стало мало. Но ничего, мы потихонечку, главное, избавились от самой большой проблемы, от черных этих слаймов, которые у нас ужасно просто себя вели. Так, ну что, пугофрукты у нас уже начинают созревать. Морковку вот что-то у нас прям вообще очень хреново. Для активации. Так, чернозем. О, смотрите, мы можем чернозем захреначить. Автополив. И, короче, быстрее все будет расти. Вот, вот. Что нужно делать? Тут, оказывается, еще дальше прокачивать можно. Все, и опять у нас закончилась еда. Опять у нас закончилась еда, и как хочешь, беги где-то, доставай ее, иначе наши слаймы просто будут дохнуть. Так, либо нам сейчас быстро камушков надо где-то замутить, либо где-то еды. Вот смотрите, камушки, все, что есть, короче, все камушки я собираю. Можно, конечно, блин, куриц еще. Так, курица, курица. Так, это цыпа большая. Мы такую цыпу не будем собирать. Она не особо нам полезна. Так, иди сюда. Три цыпленка у нас есть. Не знаю, даже не знаю, нужны эти цыплята или нет. Но, в принципе, они съедобные. Так, это у нас петух был большой. Петух нам в рот не влезает. Потом у нас влезают вот эти камушки. Отлично. Так, ребята, вам тут какать пока нечем. К сожалению, да, я так и понял. Потому что я у вас всю еду забрал. А, тут у нас фото в очередную пещеру. И что тут происходит? Куда я вышел? Какой-то пляж, что ли? Так, морковку. Отдайте морковку. Отдайте морковку. О, и камушки отдайте. Все. Так, бежим, бежим, бежим. Внимательно смотрим. Тут на самом деле-то можно секретов всяких найти, мне кажется. Так, петушков сейчас наберем, моркови, смотрите, курица, курица. Да, по какому-то берегу мы вообще тут гуляем, ни хрена тут нету. Что с другой у нас стороны? О, еще петушок. Морковка еще, отлично. Мы сейчас наберем нормальное количество еды, наверное. Так, все, а тут... Ай! Блин, пипец, я упал. Ты в нокауте, на несколько часов отдыха приведут тебя в норму. Блин, я все потерял? Вы серьезно? Блин, я столько жрачки набрал. Я столько жрачки набрал и потерял все. А если не соблюдать осторожность, проснешься с толпой буйных голодных смайлов. Так, ну, ребят, на этом, наверное, сегодня все. Мы и так очень много сделали. Мы избавились от черных слаймов. Тут немножечко порядок навели. Да, они грустные, потому что жрать им нечего, но ничего не поделаешь. В следующий раз будем дальше прокачиваться. С вами был Пип. Обязательно ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Будем дальше пробовать проходить эту игру. Пишите свои комментарии. Интересно знать ваше мнение. Может быть, какими-то секретами, подсказками поделитесь, потому что я на самом деле в первую часть не играл. Не знаю, как что тут еще делать. Как-то вот так вот. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.